Добрый день, дорогие подписчики. Хочу показать вам красоты нашей могучей реки Северского Донца. Вот так выглядит Северский Донец с моста со стороны Лисчанска, Донсоды. Вот так видны руины Донсоды. Вдалеке проходит он, даже поезд шевелится какой-то. Вот так. Красивая могучая река нашей области. И руины. Это руины Донсоды, которая была одним из мощных заводов в Луганской области. Наверное, и в Украине выпускали соды, там щелоки. Вот так были здесь вот голубые озера, отстойники щелочные, которые видны были с Бугарка, с Лисичанска. Мост этот. Мост выглядит, конечно, в плачевном состоянии. Сейчас я вам покажу. Он закрытый, ну, так как ближе ехать, люди ездят, ходят. Вот так. Вот так выглядят. Люди ловят рыбу. Вот так. Вот так могучая река. Вон там перевалы, скаты, рыбачок он там, щучек, наверное, ловит, в камышиках. Вон там пацаны тоже ловят на островах. Чуть-чуть не успел показать, кто-то гонял на водном скутере на этом. Вот так вот. Местные ламинарии выглядят. Вон вдалеке виднеется РТИ район. В ту сторону Боровское. А так валы, где отстойники. Сейчас они сухие, там много выставляют фотографий интересных тоже в этих отстойниках. Вот так, буруны, водичка. Мост, конечно, опасен, чтоб не улететь, надо быть осторожным. Вот так, мост закрыт, но люди ходят, ездят, потому что кратчайший путь. Конечно, было бы интересно, если бы кто-то отремонтировал. Ну, на сегодняшний день так, без перил, так и можно, я же говорю, спотыкнуться и улететь. Вот так, ходят люди, ездят машины, так, ловят рыбу. Вот так, дорогие подписчики, кто узнал свои родные места, пальчик вверх, подписываемся на мой канал, ставим лайки, пишем комментарии, сниму, покажу.